Всем подписчикам большой привет! Сейчас вам покажу одно устройство, которое каждый может изготовить сам. Это устройство называется штуцер для создания вакуума в любых емкостях, небольших. Я покажу, как оно сейчас работает. Мы контрольный пакет, который герметичный, закрываем в банку и закрываем ее. Это крышка винтовая. И в этой банке сейчас создадим вакуум. С помощью насоса механического. Включаю насос вакуумный. Пошла откачка. Надеваем вакуумный шланг. Этот пакет у нас раздувается под вакуум, так как в банке вакуум порядка нескольких миллиметров. Вот я перекрываю шланг. Видите, что пакет раздут. Когда мы снимаем его, вакуум сбрасываем, и пакет обратно у нас сморщен. Крышечка открывается. Я сейчас подробно расскажу, как изготовлен, из чего этот самый штуцер. В основе лежит клепка обычная для автомобилистов или для других металлистов. Клепка диаметром 4, обычная, есть нержавеющая, это из обычной стали, которая при заклепке раздувается. Но мы эту клепку разбираем с помощью небольшого молотка. Она выбивается легко. И затем на ней, на этой клепке, нужно будет нам нарезать резьбу с помощью плашки, обычную М4. Она легко нарезается в тисках. Я сейчас разберу этот штуцер и покажу, как он устроен. Вот этот штуцер в разобранном виде. Вот она клепка, на которой нарезана резьба, но она не до конца нарезана, оставлена 5 мм, на которой надевается вот такая уплотняющая прокладка из силикона. Она изготовлена из вакуумного шланга от автомобиля «Жигули». Они есть и нужного нам диаметра, и доступны. Отрезается, значит, кусочек его длиной 5 мм. На которой потом надевается вот эта втулка уплотняющая. И затем в крышке сверлится отверстие диаметром 4 мм, в которое мы продеваем этот самый штуцер. Вот я в это отверстие, в нижнее, продеваю этот штуцер и собираю наш механизм откачки. Он собирается с помощью обычных ключей. И гайкой, вот эта с шайбой М4 гайка и шайба М4, он за счет подтягивания этой гайкой, он эту прокладку у нас просто раздавливает. То есть она немного раздута получается. И за счет этого идет уплотнение, то есть исключается подсос воздуха при вакууме. Вот такое вот устройство, которое может обойтись вам, ну, очень дешево, но нужная вещь в хозяйстве с помощью метизов, которые есть в продаже сейчас. Его легко самому изготовить. Спасибо всем за внимание.